Я не знаю, сколько ему миллионов лет. Но, в общем, этот самовар работает и работает, не покладая рук. Но проблема в том, что ты его, когда включаешь, тут 1,5 литра, наверное, воды. Иногда забываешь, что ты его включил. И нужно как-то то ли датчик какой-то, то ли еще что-нибудь придумать, чтобы просто знать, что, блин, закипела вода. Ну и у меня жена придумала. Взяла вот такое эфирное масло. Называется эвкалипт. Очень сильно пахнет. И накапала вот сюда сверху на вот эту штучку. Видите? Это обычный ватный диск. Вот. Мы так вот выключаем. Дело в том, что предусмотрено в чайнике сверху вот здесь вот. Сейчас я покажу вам. Предусмотрены отверстия. Вот они. Эти отверстия предназначены для того, чтобы, во-первых, выходил пар, а во-вторых, сюда можно ставить заварничек. Этот заварничек нагревается. То есть вот отсюда выходит дальше пар. И заварничек постоянно горячий, и, соответственно, можно пить чай. Когда вода закипает, пар выходит, и запах разносится по всему дому. То есть только из-за запаха сразу понятно, что закипела вода. Такой вот мы используем лайфхак. Не знаю, конечно, кто использует самовары у себя на дачах, или в домах, или еще где-нибудь. Но нам это пользу приносит. Надеюсь, еще кому-то тоже пользу принесет. Вот так вот с этим паром разносится запах эфирного масла. Кстати, вполне такую штуку можно использовать просто как арома лампы, или как это называется.